Харе Кришна. Мы продолжаем празднование Висапуджа Шрилы Прабхупады. Висапуджа Шрилы Прабхупады Махамахотсава Кей. Шрилы Прабхупады Кей. Дорогие преданные, сейчас мы попросим некоторых преданных прочитать подношение Шрилы Прабхупаде. Шрилы Прабхупады, мы выпустили вот такую вот книгу Висапуджа, в которой вошли подношения преданных нашей ятры. Не все написали, кто-то написал подношение в сердце Шрилы Прабхупаде, но вот мы очень благодарны всем преданным, кто написал подношение, которое мы смогли оформить в книгу. И сейчас бы мы хотели Ачутатму Прабху, как нашего президента и GBC, предложить эту книгу Шрилы Прабхупаде. А в это время давайте мы с вами очень радостно покричим Джая Прабхупад. Шрилы Прабхупада Кей! Шрилы Прабхупада Кей! Шрилы Прабхупада Кей! Я всегда подозревал, что что-то подкручивают. Сейчас бы мы хотели попросить... Ты зря ушел, ты начнешь прочитать свои подношения преданных, которые вот написали книгу. И первым, к вам попросили, попросим прочитать это Ачутатму Прабху. Давайте послушаем. Харе Кришна. Надо увеличить еще что-то. Звук оператора. Вау, у нас там сидит. Намо Вишну Падая Кришна Кришая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатаде Шатарине. Дорогой Шрила Прабхупада, примите мои нижайшие поклоны перед ваших лотосных стоп. Кто может до конца осознать вашу доброту и любовь? Отправившись на запад выполнять волю духовного учителя, вы явили миру пример полной зависимости от милости Верховного Господа. В своей молитве вы открываете нам величие, говоря: «Господь, заставь меня танцевать, как ты этого хочешь». Ваши слова и поступки – пример чистой и беспримесной преданности. Шрила Наротама Дас Такур отмечает: «Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакати Садма». Служение вам, истинному представителю Парампара, единственный путь обретения чистой преданности – Кевала Бхакти. Ваши наставления являются для меня источником вдохновения и стимулом духовного развития. Гуру Мукха Падма Вайкяна. Нам выпала огромная удача, мы можем ежедневно пить нектар из ваших лотосных уст. Конечно, с годами я понимаю, что достичь высот преданности непросто. Песком приходят разные люди с разными амбициями, в интернете под разными масками ярко проявляется адхарма, и преданные запутываются в этой паутине. Муху, попавшую в сеть, ждет гибель. Но я верю, что по вашей милости преданные разовьют высший вкус, и сердца привлекутся Шримад Бхагаватам. Тот, кто полюбил безупречную Пурану, не будет тратить время ни на что другое. Шримад Бхагаватам провозглашен квинтэссенцией всех философий Веданты. Тот, кто отведал этот нектарный вкус, никогда не станет интересоваться другими произведениями. У меня нет никаких сомнений, что Кришна смотрит за Искон и ведет нас по вашей милости к совершенству. В этот день еще раз хочу выразить вам свою признательность и постараюсь проявить свою преданность в деле. Ваше служение вашему ученику Рахини Шути Прабху и всем вайшнавам Ачутатма Дас. Мадхаджи Емонов, сейчас мы хотели вас попросить почитать свое отношение. Пусть интересно, пустите, чтобы нас. Мой дорогой Шрила Прабхупада, мой дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в день вашей Вьяса Пуджи.
Вся слава вашей божественной милости. Я очень рада, что встретила вас, и хотя у меня не было личного общения с вами, у меня полно вашего личного общения. Через ваши книги, через ваших учеников и учеников ваших учеников. Это самое живое и интересное общение, которое есть в моей жизни. Спасибо вам за это. Каждое слово, обращенное к вам в молитве, получает ваш ответ. И молитва превращается в диалог двух близких людей. У меня было много личных разговоров с вами. В вашем самадхи во Вриндаване, в ваших комнатах в Кришна-Баларам-Мандире, с вашим в Мурти в Гауре, с вашей фотографией на моем домашнем алтаре. А когда моя глупость не позволяет мне прийти к вам за советом, вы сами приходите ко мне, и ваш голос звучит у меня в голове, отвечая на все самые сложные вопросы. Это самое спасительное общение, которое есть в моей жизни. Спасибо вам за это. У меня нет решимости. Я могу отступить перед любыми трудностями. У меня нет разума. Я могу привлечься миражами материальной жизни. У меня нет ответственности. Я могу оставить миссию Господа Чайтаньи. У меня нет совести. Я могу нарушить все обещания. Шрила Прабхупада, вы моя решимость, мой разум, моя ответственность и моя совесть. Вы сама жизнь моей жизни. Спасибо вам за это. Ваша служанка Ямуна Даси. Шрила Прабхупада Ки Чай. А Мадхувардхана Прабху тоже скажете? Харе Кришна, дорогой Шрила Прабхупада, примите мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава вам. Вы сделали своей миссией спасение всего человечества, которое планомерно движется к деградации, повинуясь течению века Кали. В этом потоке также оказался и я, в соответствии с плодами своей прошлой деятельности. По вашей божественной милости, я, оказавшись в беспросветной пучине полусонного невежества, получил прекрасный шанс на счастье, которому не страшны рождение, старость, болезни и смерть. Ваши божественные наставления, пример и игры не теряют актуальности и спустя 50 лет после вашего ухода. Наоборот, они обретают еще большую силу и незыблемость. У меня нет никаких шансов на то, чтобы стать слугой вашего слуги. Мои попытки никчемные, неуверенные и инфантильны. В то же время материальные устремления, вера, светлое будущее, в кавычках, в материальном мире все сильнее. Нет никакой надежды на собственные силы, тем более, что с каждым днем время уменьшает отведенный срок. И это абсолютно беспомощное положение, где за крупицу призрачного счастья я готов впиться ближнему в глотку. Только вы и ваши посланники могут спасти меня от этого безумия. Сам я слишком слаб. Пожалуйста, спасите меня из этого заколдованного круга погони за материальными наслаждениями и освобождением. Я пытаюсь что-то делать, поддерживать практику, проповедовать, служить преданным и с преданными. Ощущения какого-то продвижения особо не наблюдаются, количество материальных желаний не уменьшается, а только увеличивается. При этом я вижу достаточно примеров чистых, счастливых и очень возвышенных вайшнавов, которые достигли совершенства жизни, очистившись благодаря потоку вашей любви. Поэтому маленькая крупица надежды все же остается, что я смогу когда-нибудь быть вам полезен. Ваш слуга Амодавардхана Дас. Шрила Прабхупада Ки. Мы бы хотели Ситат Кукрани. Как вы пройдете? Прочитайте, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Позвольте поздравить вас с днем вашего явления и выразить вам свою признательность. Для нас вы ачарья-основатель и главный шикша-гуру, поэтому наш долг погружать в свой ум в ваши наставления и строго следовать им, и также поклоняться вам, служить и прославлять. Наратам Дас Такур говорит в Гуру Вандане: «Пусть слава тебе разнесется по всем трем мирам». Мы каждый день поем для вас эти строки, и мне бы хотелось стать таким преданным,
который способен увеличивать вашу славу, славу вашего движения. Ну, конечно же, у меня нет для этого квалификации, поэтому я прошу вас принять хотя бы эту скромную попытку в форме подношения на Весапуджу. Брахманда Брамиты Кона Бхагаван Джива, Гуру Кришна Прасады Пая Бхакти Лата Биджа. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по Вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истину духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения. Читаем Чаритамрита Мадхи 19.151. Сейчас, через какое-то время практики сознания Кришны, кажется, что невозможно жить другой жизнью. Но в этом стихе из читания Чаритамриты говорится, насколько это редкая удача. И Вишвы Прабхупада всю свою жизнь посвятили тому, чтобы создать эту удачу для тысяч и миллионов несчастных живых существ, скитающихся по материальным вселенным. А теперь ваши ученики и последователи приняли на себя эту миссию. Я всегда воспринимала возможность быть связанной с вами через участие в Санкиртане, через чтение, изучение книг. В прошлом году у меня не получилось участвовать в декабрьском марафоне из-за того, что я уехала во Вриндаван на курс по Шримад-Бхагаватам, и очень переживала за это. Но так замечательно, что вы заняли меня там в личном служении вам. Мне позволили гладить одежду для вашего мурти в самадхи и помогать делать просад на раздачу в вашем доме. А на занятия нужно было каждый день приносить ваше небольшое мурти. И так удивительно, что мне досталось это служение также. Во Вриндаване можно было наблюдать за вашими учениками и видеть, с какой любовью они служат вам и вспоминают о вас. В прошлом году, обдумывая, что написать подношение на Весапуджу, я задавалась вопросом, как мы должны развивать личные отношения с вами. И вот во Вриндаване я могла почувствовать проявление вашей личной заботы обо мне. Как будто бы вы говорили: «Ничего, раз в этом году ты не можешь участвовать в марафоне, делай хотя бы это простое служение». Вы очень милостивы, Шрила Прабхупада, и очень терпеливы. Так же, как и ваш духовный учитель, вы рады даже незначительным успехам ваших последователей духовной практики и проповеди. Пожалуйста, простите мои оскорбления, которые я сейчас совершаю силами с чистоты сердца, и благословите меня и помогите мне всегда оставаться в связи с вами, с миссией Санкиртаны, а также служить преданным, прогрессировать в преданном служении, обрести такое же, как у вас, стремление помочь другим стать сознающим Кришну. Хари Кришна, с глубоким почтением и любовью, ваша незначительная слуга Ситхакурани Давидас. Сейчас возникло такое желание. Плохара, не хочешь какое-то стихотворение рассказать? Это не вопрос? Мы попросим сейчас Адикарта Прабу тогда сделать подношение, а Халадхара, да, он подготовится немножко. А он сочинит. Вы сейчас смеетесь, это легко вообще. Нама Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунивали Пащача Деша Тарине. Дорогой Шрила Прабхупада, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. В этот знаменательный день вашего явления я снова и снова со всем смирением склоняюсь к вашим лотосным стопам. Я чувствую себя абсолютно недостойным прославлять вас, ваши трансцендентные качества и достоинства. Своим примером вы учили, как продолжать и развивать движение Санкиртаны, начатое Господом Чайтаньей. Вы учили возвышенной духовной практике повторения святого имени, танцуя, танцу, поклонению божествам, кушению просада в обществе преданных. Вы построили множество замечательных храмов по всему миру, открыли духовные центры во Вриндаване, Майяпуре, тем самым
подчеркнули возможность посещения святых мест. Вы много трудились, переводя ведическое писание на английский язык. Сейчас ваши книги доступны почти всем для всех народов мира и станут руководством для зрелых и желающих счастья людей. Мы видим, что люди меняются, прочитав ваши книги. Эти книги обладают настоящей целительной силой и энергией для души, которая попала в колодец материального существования. Я хочу поблагодарить вас за ту любовь и заботу, которую проливается через ваших учеников на нас. Вся слава вам, дорогой Абхая Чарана Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Благодаря вашей чистоте движение сознания Кришны продолжает расти и развиваться. Прошу простите меня за мои оскорбления, а также прошу защитить от невежества, от майи. Благословите на любовь, на жизнь без порока и лжи, на чистое воспевание святого имени Кришны. Всегда помнить ваши лотосные стопы, служить вайшнавам, Кришне, удовлетворять гуру Гопал Кришна Госвами, Махараджа Пагаватпаду и быть полезным в вашей миссии. С любовью и преданностью, Адикарта Дас. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки. Халадхара Прабу, попросим почитать экспромту. Намо Вишну Падая Кришна Прачитая Паталия Шримати Бхактивиданта Свами Натина Мине Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачари Ми Нирвишеш Шунивади Пашчати Веши Тарни. Прабхупада, простите меня, я все еще негодяй. Прабхупада, спасите меня, меня еще манит рай. Прабхупада, простите меня, топчусь в начале пути. Прабхупада, простите меня, я порой не хочу идти. Прабхупада, спасите меня, возьмите меня с собой, Прабхупада. Спасите меня, ведите меня домой. Прабхупада, ругайте меня, стыдите меня, разгой. Прабхупада, стягайте меня, я грешник, а вы святой. Прабхупада, спасите меня, мне трудно предаться вам. Прабхупада, учите меня, я верю вашим словам. Прабхупада, спасите меня из жуткого мира лжи. Прабхупада, вложите меня в меня желание вам служить. Прабхупада, займите меня в миссии ваших стоп. Прабхупада, даруйте мне прибежище, чтоб я смог. Прабхупада, беспримесный вкус ощутить любви вашей к святому имени Господа Шри Хари. Прабхупада, простите меня, слезы мои вода. Прабхупада, примите меня, в сердце я ваш всегда. Прабхупада, простите меня, я ваш вечный должник. Прабхупада, простите меня за все, хотя бы на миг. Шрила Прабхупада ки. Рупа Рагунат Прабу, давайте тоже почитайте отношения. И Ратаканта Прабу, подготовьтесь. Намам Вишну Падая Кришна Паштая Бутале Шмати Бхакти Ванда Свами Натина Мине Намастая Сарасвати Деви Гаруани Прачарине Нейри Шешшуни Вади Паштия Дейштарине. Хари Кришна, дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава вашей божественной милости. Приближается день вашей Вьяса Пуджи, и преданные всего мира с благодарностью и любовью обращаются к вам, прославляя ваши качества, деяния, возвышенную миссию, которую вы нам дали. Памятование о вас, стремление удовлетворить вас, следование вашим наставлениям, безусловно, делает вас главной личностью для каждого преданного в ИСККОН. В этом состоит наша главная удача.
Пример вашей жизни дает возможность и силы идти по тонкой дорожке из мира бесконечных страданий, рождений и смертей в мир увлекательных приключений, красоты и сладостного служения Божественной Чите. Как много вы дали нам! Каждый, кто с верой и неподдельным желанием обрести наивысшее благо, обратиться к вам и вашим книгам, сразу получит освобождение от всех видов материальных страданий. И наша главная забота – распространять ваши послания, увлекая за вами невинные души. В смиренном поклоне, занимая свой разум, ум и тело, прошу ваших благословений продолжать свой духовный путь, удовлетворяя моего друга, дорогого Гуру Махараджа, слуга ваших слуг Рупа Рагунатха Даса. Радаканта Прабху, давайте попросим. Шрила Прабхупада ки! Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны и наши поздравления с днем вашей Весапуджи. В этом году хочется просто сказать вам огромное спасибо за то, что когда-то вы приехали на Запад, а потом и в нашу большую страну. Семена, которые вы посадили в сердцах людей, дошли и до наших сердец тоже, за что мы очень благодарны. Мы много лет знали, что сознание Кришны – это очень просто. И с каждым годом убеждаемся, что оно просто для простых. У нас же внутренний мир оказался многоветвист, сложен и не всегда радостен. Для такого сердца сознание Кришны может быть трудным и непонятным. В этом году мы не совершали великих подвигов, которые можно увидеть извне. Мы пытались сделать свое сердце простым. Смиренно предлагаем вам это наше скромное подношение. Ваши слуги Радхаканта Дас и Намачитам Нидаси. На самом деле, вот супруга Радхаканта Прабху Намачитамани, она как раз подготовила вот эту самую книжку. То есть очень удивительно она подготовлена. К сожалению, вы себя не видите, но я вот смотрю очень хорошо. Мы благодарим также всех преданных, которые написали свои подношения, которые вот мы оформили это в виде книги. Шрила Прабхупаде мы уже преподнесли. И сейчас, как бы последним таким аккордом будет, это мы просим Его Святейшество Шрилу Прахаладанандану Махараджа сделать подношение Шриле Прабхупаде, и потом попросим его рассказать что-то про Шрилу Прабхупаду, про важность этого дня, то есть провести лекцию. Хорошо? Нет? Нет. Шрила Прабхупада ки! Вьясапуджа Шрила Прабхупада ки! Нитай Гаура Премананде!